Блять, нехуй де... Что это? Нихуя, нихуя. Это кто нахуй? Ты кто, ёбаный в рот? Ты чё на моей площадке делаешь, охуй? А, это Роман. Здорово, да, брат. Здорово, брат. Блять, не пизданулся. Чё ты делаешь? Да я учусь страха тёлочек. А, блять. А сборку когда выложишь, пидорас? Блять. Пиздец. А где, блять, нахуй это твой родимый снюс? Да вот он лежит, родной. А, он занимается тоже? Да. Пиздец. Вот, смотри, ты... велосипед. Нихуёво, нихуёво. Так сборку когда будешь выкладывать? Заебал. Блять, я забыл, нахуй, моя голова-то тупая. Блять. Ну, пизда, сука. Блядь, как так жить? Блять, верну, когда сборку сольёшь. Я за сборку. Все, пошел, пацан, я тоже пойду. Ну и всем ассалам алейкум. С вами как всегда Ковали, и в сегодняшнем видеоролике мы вам сливаем сборочку, которую я собирал специально для вас. Данную сборочку я собирал около 2 дней, реально без перерыва я собирал, тестил и играл в демзоне на этой сборке. Она просто запала мне в душу, она практически идеальная сборка, как по моему мнению. В ней идеально все сочетается. Хороший таймсус, хороший ганпак, карта, дороги, скины. Я не знаю, но эта сборочка просто идеальна, как по мне. Если вы хотите ее скачать, все ссылки я оставил в описании. Как обычно, пацаны, залил на Google диск, на Яндекс диск. И, в принципе, больше ничего не надо. Хотел бы вам сказать, то, что игра на первом-втором сервере MordorP. Вводите при регистрации ему ник Джек Ковали и в дальнейшем промокод хэштег Ковали. Это в сумме вам дает около 70 тысяч долларов. Ну а теперь приступаем к обзору данной сборочки. Приятного вам просмотра. Мы так летали высоко, мы верили в любовь, это планета моих снов, да, правда далеко, я убивал 2 пачки в день, я угрожал себе, брательник, залетал. Ну и по традиции, парочку ауе киллов на сборочке. Дальше установка сборки будет в видеоролике. Чтобы установить данную сборочку, просто все повторяем, как я показал у вас на экране. Итак, когда вы скачали мою сборку, вы должны ее распаковать. Лично я использую ES-проводник. Можете скачать какой-то RAR-проводник или какой-то у вас архиватор на телефоне есть. В принципе, не важно. Главное, чтобы она могла распаковать. У вас появляются 4 папки, пока что они нам не нужны. Переходим в лаунчер Мордора. Заранее вы должны удалить старую сборку. Теперь переустанавливаем нашу GTA-шку, чтобы у вас была чистая GTA-шка Мордора. Сам лаунчер все сделает, от вас ничего не требуется. После этого, как мы скачали чистую GTA-шку, заходим в ES-проводник и перекидываем наши получившиеся папки с нашей сборкой по пути Android, Data, и ищем здесь Com Mordor Game. Она именно так и называется. Вот. Потом заходим в Files и нажимаем ОК. Перезаписать, и займет это некоторое время. После этого у вас сборка будет работать. Так что, пацаны, если она у вас не работает, в конце я прикреплю скрин, что надо сделать, если она у вас крашит. Так что, пацаны,
принципе, на этом все, что я хотел сказать за эту сборочку. Сейчас я вам покажу то, что она у меня реально работает. И на этом будем заканчивать. Ждите новые сливы сборок. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И включайте колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видеороликах. Ну а с вами был, как всегда, Ковали. Всем удачи и всем пока-пока. Ветер гонит нас на крыше, листья пальмы наплыву, я был не стал.